Здорово, народ. Кого прокатить на крузаке? Что-то Костян на нас так подозрительно смотрит. Всем привет. У нас сегодня в пользовании Toyota Land Cruiser. Вот так ты что, Toyota Land Cruiser в 105-м кузове. Насколько я знаю. У которого открываются все возможные, не то, возможные двери. То есть капот, левая, правая, задние также, и две задние дверки. Это довольно-таки интересно, и я это вижу первый раз. На Хаммере такого не было. А что у нас по двигану? 8 или 6, я точно не скажу. По-моему, раз, два, три, по-моему, 8. 8 цилиндров. Дизель, кстати, атмосферный. Воздухан идет у нас. Ага, понял. Значит, может быть шноркель. Воздух у нас идет. Радиатор крутится повсеместно. Костик уже спит, отдыхает. На тормозе ногу держит. Крузак. Не знаю. По мне нормас. Зацепы у него раз, два, три, четыре. Четыре зацепа. Подвеска переделанная. Да ё-моё, опустись же ж ты. О! Подвеска переделанная. В общем, что тянуть кота за его пикантное место? Давайте поставим аддоны, если они есть. И поедем. Глянем, что он может. Кстати, здесь постоянный полный. Можно только дифференциал включать. А вот о том, о чем я говорю, шноркель. Это дискотека века. Да вниз уйди, ты дурна. Дура. Битая какая-то. Прицеп нам не нужен. Что это такое, колесо? Канистра. Не надо. Чё это я не могу поставить? И это. Давай обычный бампер. Так, передний подожди. Вот это возьмем. Сигналочку. Ага, ёлочка. Не знаю где. Не знаю, что это. Это походу, да, защита днища. Почему вот это все недоступно? Почему я не могу поставить багажник? Где передний бампер? Давай шноркель сниму, я не знаю. Что тебе, блин, надо? Так, колесо это понятно. Вот это вот. Где оно? Почему? Что мешает? Антенна мешает? Ладно, проехали. Шноркель ставим, то что можно. Все что можно и нельзя мы установили. А подождите. Там, по-моему, есть камера. Как я тебя люблю, дебильная сука. Нет. Да. Да. Ну хрен с ним, так поедем. Стартанем мы без дифференциала. Там уже как пойдет. О, анимированные. Тяжко буду крузаку. Очень тяжело.
И мне кажется, комп немного из-за этого. Причем из-за крузака немного подлагивает. Давай, давай, давай. Ну, вроде едет. Вроде едет. 400 очков урона. 95 литров топлива. Неплохо. Что по расходу? 7-8. Ну, Хаммера, когда вваливали, по-моему, было 30, а то и 40 литров. Но я точно не могу сказать. Ну что, давай на... Давай на подъем. Пипец, забурился крузер. Это еще крузак джип. Опять-таки. С крузаком случилась та же история, что и с лендроверами, что и с хаммерами. Старые, блин, джиперы, он прут, а новый вот этот 200-й, 150-й, любой, короче, новый продон, новый крузак. Он уже... Кстати, этот... Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо, патимейкер. Этот легко залез, даже без дифференциала. А, ну у него ж постоянный полный, конечно. Так, наша гонка проходит дальше. Сейчас мы в те две лужицы занырнем. Опа, 3000. Тихо-тихо, давай-давай. Не, ну то, что у него постоянный полный, это, конечно, круто. Ну тогда и Хаммер нужно сравнивать, когда он только на полном. Исключительно, без дифференциалов. Лезет. Лезет довольно-таки неплохо. Тихонечко, по камням, аккуратненько. На третьей передаче. Давай, давай, не садись, не садись. Ты ж можешь. Столько говна перемолол в своей жизни, Круз. Полез, полез, полез. Костик, давай, выводи его. Активней. И что у нас по асфальту? Сколько мы быстро едем? Тридцать два, 33, 35 и дрифт с баба ягодка опять. Но для пущей достоверности нужно сделать вот так. Отдых. Выворот. Пошел. Все колеса в говне. Но круз... Блин, крузак есть крузак. Ну, старый. За новую уже такого не скажу. Греби, греби, дорогуша, греби. Для чего ты был создан, если не для этого? Давай, давай, давай. Медленно, но уверенно. Ну, Хаммер тут, по-моему, быстрее справился. Когда мы включили полный. Мне кажется, крузаку, ну, не достает мощности до Хаммера, по крайней мере, модовому. Там мод сделан более, не знаю, быстрым, что ли. Этот такой, что-то типа УАЗика, только длиннее, покомфортнее будет. Но он все равно сел. Хаммер тут на задочке, по-моему, лез. Давай, 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 давай. А ну фары. Ага. Противотуманки в участи наших габаритов работают. На, ну ты пятак дашь? С разгоном. Давай. 12 литров. 12, 13, 11. И пошел. Вау. Ну да. Чисто место. И все. А нет. Давай, 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 давай. О!
Вот этот крендель нормально резанул. Потом вот так вот. Да, нормас он дает вот так. А что, теперь в болото? Ой, господи. Скажи, куда ты меня завез, Костя? Сейчас ба. Это было интересно. Я такого еще тоже не видел. Соединение с серверами. А ну. Еще не низкий. Помню, где-то с краю. Очень глубоко. Во-во-во. О, полез. Я так понимаю, у нас глубина по шноркель будет. Костя, а что спим? Давай, давай, давай. Да, походу по шноркель, это хорошо. Не как у Хаммера. Хаммер в шноркеле, он был бы идеальной машиной для спинтайрса, по крайней мере. В моем понимании, то, что я лучше не находил еще. Оп. Вот так вот. Вот и подошел к концу наш обзор на крузак. Ребята, машинка мне понравилась, только единственное, не понравилось, что некоторые детали нельзя установить. Цвет красивый, машина мне нравится, конкретно этот крузер 105. Много аддонов здесь и очень даже красивых, а некоторые даже и полезные. Но для прохождения я бы, наверное, не знаю. Если бы я выбирал Хаммер и его, ну, я бы выбрал Хаммер. Только в воду объезжал. А для воды там есть, не знаю, КРАС, КАМАЗ, Урал. Такие люди. Ну вот и все, народ. Всем пока, до новых встреч.